Здравствуйте, Орхан. Добрый день. Сегодня в Азербайджане, как мы знаем, проводятся достаточно серьезные реформы. Вот какой в целом путь вот на сегодняшний день прошел Азербайджан? Вот какого развития добился и в чем заключаются нынешние показатели развития именно современного Азербайджана? В первую очередь нужно отметить то, что Азербайджан смог диверсифицировать свою внешнюю политику. Внешняя политика – это очень важная часть того процесса, через который проходил Азербайджан, и на сегодня мы можем сказать, что она близка к идеалу. То, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и восстановил свой суверенитет над всей своей территорией, и при этом, несмотря на то, что некоторые страны, даже те страны, которые являются членами Совбеза ООН, даже являлись членами так называемой Минской группы, которая уже не существует, они, несмотря на их давление, Азербайджан смог противостоять всему этому. Это говорит о том, что Азербайджан смог развить свою дипломатию. Но дипломатия – это продолжение внутренней политики. Если посмотреть по внутренней политике, Азербайджан сегодня является стабильным государством. Азербайджан является экономически выгодной страной для инвестиций. Бизнес-атмосфера, показатели бизнес-атмосферы каждый год улучшаются международными финансовыми институтами, как Finch, как Goldman Sachs, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Это говорит о том, что внутренняя экономика стабильна. Дипломатия стабильна, внутренняя политика стабильна. Что еще нужно для того, чтобы называть страной успешной страной? Если мы посмотрим на наших соседей, даже наших, так скажем, противников, с кем у нас до сих пор нет никакого договора, никакого мирного договора, это Армения. Несмотря на то, что в 1994 году эта страна вышла победителем, к сожалению, из-за того, что мировое сообщество молчало более 30 лет, эта страна свои ресурсы не смогла правильно распределить. К счастью, к нам, конечно. Ее оккупация, являясь изгоем в регионе, полностью уничтожила эту страну как государственный строй. И она на данный момент является failed state. Из-за того, что на данный момент существуют какие-то внешняя поддержка, эта страна стоит. Без этой внешней поддержки, будь это с Запада, будь это с Россией, эта страна не стояла бы. Просто нужно сравнивать эти две страны. И на данный момент 20 лет, если мы возьмем с 2003 года до 2023 года, Азербайджан сделал такие шаги, которые даже другие страны не могли бы мечтать. Не только в постсоветском пространстве, но и в пространстве Восточной Европы и верхнего берега Средиземного моря. Не говоря уже о странах Центральной Азии. Азербайджан является дверью для Центральной Азии в Европу. И такой вот геополитический склад, мудрая политика, взвешенная политика, взвешенная дипломатия на данный момент делают Азербайджан партнерами всех стран. Азербайджан ни с кем не хочет воевать, ни с кем не хочет соперничать. Азербайджан хочет сотрудничать, и Азербайджан предсказуемая и последовательная страна. И все это учитывается и как и международными акторами, так и нашими другими партнерами. Орхан, сегодня очень важный день для Азербайджана, для наших граждан, да? То есть Ильхам Алиев за 20 лет своей деятельности он выполнил все обещания, которые он дал народу. И сегодня он поднял флаг в Ханкенди, Агдаря и на территории Саргсанского водохранилища. То есть вот говоря в целом о победе, да, Азербайджана, который, ну, чему предшествовали, естественно, годы, десятилетия просто упорного вот, труда нашего президента, вот что смог сделать в целом Азербайджан за это время? Азербайджан сделал исторический шаг. Азербайджан из страны, которая была в минусе, даже по некоторым данным, в середине 90-х годов Азербайджан имел долг для членства в ООН. Вы знаете, что каждая страна должна вносить
определенную сумму денег для того, чтобы она была членом ООН. То есть это членство. Азербайджан в середине 90-х годов не мог это сделать. Плюс у Азербайджана были потеряны территории, у Азербайджана был 1 миллион беженцев. На данный момент мы смотрим, в каком состоянии Азербайджан. Азербайджан сегодня диктует порядки, правила игры некоторым странам Европы, которые хотят нарушить эти правила игры. Азербайджан им указывает свое место. Посмотрите, от какой точки до какой точки мы смогли сделать этот шаг. Естественно, это определенный труд, это консолидация народа. Это рвение, это пассионарность сделать исторический шаг. И под предводительством президента Азербайджана Ильхама Алиева Азербайджан смог выполнить свою историческую миссию. И с этого прекрасного дня, когда флаг Азербайджана развеивается над всеми городами Азербайджана, над всеми без исключения городами Азербайджана, мы не оставили никакую боль для будущих поколений. Это решилось сегодня, это решилось здесь, и будущие поколения будут вспоминать, будут читать об этих исторических моментах, которые мы на данный момент проживаем, и они будут гордиться. И то, что мы на данный момент делаем, и то, что сделал наш президент за все это время, это часть большой истории не только Южного Кавказа, но и всего региона. А что вы можете в целом сказать вот о возросшем авторитете страны именно на международной арене, что тоже сыграло, да, немаловажную роль? Это авторитет в первую очередь, это честность, это предсказуемость и это последовательность. Сегодня ни одна страна мира не может сказать, что Азербайджан страна, которая находится под риском. Потому что в Азербайджане есть последовательная политика. Все знают, какие цели у Азербайджана, какие методы у Азербайджана и чего хочет Азербайджан в регионе и в мире. Учитывая все это и все связи, и всю дипломатию, это говорит о том, что сегодня влияние Азербайджана является наивысоким. Даже если учитывать последний, так скажем, съезд Клуба европейских политиков в Гренаде. В принципе, это клуб, это не саммит, это не что-то иное. Это просто все лидеры приходят, фотографируются, сидят в кафешках, обсуждают и расходятся. Там господин Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, он сказал, что Азербайджан является стратегической страной для Европейского Союза. Вы представьте себе, 27 стран, и это не самые последние страны. Многие из этих стран, они являются авангарде по экономическому, по политическому и по социальному развитию. И Виктор Орбан заявляет, что Азербайджан является стратегическим партнером. Азербайджан – компактная страна на Южном Кавказе с определенной маленькой территорией по сравнению с Францией, с Италией, с Испанией, с Германией, с определенными экономическими показателями. 30 лет независимости и является стратегическим партнером Европейского Союза. Это говорит уже многое об этой стране, о нашей стране. А вот как вы считаете, все-таки, вот опять же, тот же Европейский парламент, да, вот с подачи армянских лоббистов, которые пытаются вот сейчас очернить Азербайджан, вот они в целом не боятся, вот все эти ведущие государства просто вот испортят отношения с нашей страной? Азербайджан всегда вел двусторонние отношения. Для Азербайджана двусторонние отношения были в приоритете. То есть отношения Италия, Азербайджан, Венгрия, Азербайджан, Хорватия, Азербайджан, в общем, балканских стран с Азербайджаном, Словакии, других стран Вышеградского партнерства. В принципе, для Азербайджана это намного приоритетнее, чем, так скажем, отношения с европейскими институтами и с Азербайджаном. И учитывая то, что в Европейском Союзе существует консенсус на принятие решений, и учитывая высокий уровень двусторонних отношений, то, что принимается, так скажем, так скажем, инструментом публичной дипломатии Европейского Союза, это Европейский парламент. Они избираются напрямую, они не представляют свой парламент там. Они не представляют по отдельности парламенты стран-членов Евросоюза. Они напрямую избираются.
Эти люди, они являются публичными дипломатами. А публичная дипломатия, мы знаем, что очень сильно отличается от дипломатии закрытых дверей. На публику, на левоцентристские силы, на социал-либеральные силы, на армянскую диаспору. Такие диаспоры могут быть и послужить методом для того, чтобы выкачивать у них денег. Но они никак не влияют на двусторонние отношения и на общие отношения Европейского Союза и Азербайджана. Представьте себе, Азербайджан и Италия. Ежегодный товарооборот продажи газа – это 10 миллиардов, больше 10 миллиардов евро ежегодно. Вы думаете, что Италия откажется и поддержит какие-то резолюции Европейского Союза против Азербайджана? Или та же самая Венгрия, или та же самая Румыния, или та же самая Хорватия, те же самые страны, которые имеют двусторонние экономические, политические отношения. И сегодня Азербайджан выступает на стороне цивилизационного мира, даже поддержка территориальной целостности Украины, поддержка права самообороны Израиля. Это показатель того, что Азербайджан сегодня является цивилизованной страной. И то, что даже эти резолюции были приняты Европейского парламента и Парламентарской ассамблеи Совета Европы, они носят только риторический характер, они не носят юридический характер. Даже на их нельзя основываться для того, чтобы подать какой-то иск на международный суд. То есть это просто резолюция, таких резолюций мы в течение 30 лет много раз слышали, таких резолюций слышали и читали другие страны, которые сегодня читают и через неделю забываются. Спасибо. Спасибо большое за ваш комментарий. Орхан Набиев, политолог, к нам подключался.